Внимание! Этот комод из IKEA – настоящий убийца ваших детей. Этот комод стал известен тем, что убил много детей. Вы спросите, как такое вообще могло произойти? Маленькие дети для того, чтобы дотянуться до верхнего ящика, становились на нижний. Из-за этого комод начинал перевешивать, и он падал прямо на ребенка, который не успевал отходить. Из интересного то, что после ряда таких случаев IKEA не прекратила выпуск таких комодов. Единственное, что они сделали, это добавили в инструкцию, что комод обязательно нужно крепить к стене. Подпишись, если хочешь себе домой безопасную мебель.